профиль. Теперь смотрит на профессию со всех ракурсов. Профессию, в которой закручивать гайки – обычное дело. Здесь из груды металла делают произведения искусства. Профессия для Аннушек, разливающих масло. Кастум – наша новая цель. Здравствуйте, меня зовут Анна, программа «Профиль». Здравствуйте, Анна. Пойдемте, покажу вам, что такое кастом. Кастом – оформление или полная переделка серийных моделей автомобилей или мотоциклов. Зародился в 30-е годы 20 века в Америке. My love for her so tender and sweet. My heart starts pounding every time we meet. Так, это что? Это у нас Триумф, модель Т3, 57-го года выпуска. Угу. Подготовительные кузовные работы мы по нему уже закончили. Угу. Теперь мы будем шкурить клея. И я этим тоже займусь? Конечно. Какой детали? Это крыло. Здорово. Ну, я пошла тогда. Мы здесь собрали мастеров, которые каждый в своей области, специализируясь, делают автомобили так, как невозможно сделать их, купив комплектующие где-то в магазине. Люди отбираются очень долго, очень старательно и требовательно, потому что фронт работы он требует максимального опыта, концентрации и действительно нестандартного подхода к реализации. Итак, Анна, это Александр, наш мастер. Александр, здравствуйте. Анна. Сегодня тебе будет помогать нашим чудесным автомобилем. 9 сентября 2011 года в Петербурге открылась мастерская Wildside. Здесь делают лучшие в России кастом-кары. Александр, мне Данил сказал, что я сейчас буду шкурить. Это что значит? Это значит, машина перед покраской шпаклюется, все неровности уводятся, а потом шпаклевка шкуркой зашкуривается для придания гладкой поверхности. Угу. Это вот как это раз инструмент. Инструмент берется и шкурится. Ага. Можно я попробую? Да. Более-менее нормально. Теперь машинкой попробуем. Блин, какая вибрация! У меня от этой штуки прям какое-то покалывание. Я не знаю, это, наверное, не больно, но вот что-то такое очень неприятное, странное, по крайней мере. Ну, это дело привычки. Мне нравится заниматься именно с автомобилями, сказать, большого возраста, со старыми автомобилями. Сейчас все идут на поводу потребителя, а тогда вот люди думали о какой-то вот красоте. Без души можно делать современные автомобили. Там все просто. Там, грубо говоря, снял деталь, поставил деталь. А восстановление автомобиля – это все-таки творческий процесс. Да? Ну, одень ты, потом успеешь снять. Давайте, сейчас нужно попробовать просто. Пильни хоть что-нибудь. Болгарка. Угловая шлифовальная машина, предназначена для резки по металлу. В нашу страну инструмент попал из Болгарии. Режет, как будущее видит. С этими нервными... Давай. Давай. Спокойно. Подвести сразу, да? Не напрягаемся, да. Да, пальцы туда не ставь. Тоже. Давай. Где у нас ремень? Так, все, я делаю сейчас.
отлично. Практически так и сделаем. Я не могу работать в таких условиях. Мне больше нравится работать с металлом, потому что, в принципе, это и определяет форму автомобиля. Иногда не столь важно, как он едет. Он может стоять на выставке, может стоять где-то там в шоу-руме. Но внешний вид его определяет все. Вот это специальные перчатки, они называются крайги. Вот это пистолет, он используется для сварки. А это маска. В ней себя чувствуешь Дартом Вейдером. Сварочные краги – перчатки из плотного материала. Защищают руки от искр и брызг расплавленного металла. За маникюр и бархатистость кожи рук ответственности не несут. Первый раз в жизни буду варить. Пошла. Я варю не борщ, я варю машину. Мне все больше и больше нравится, я к вам приду. Буду давай, вам помогать. Договорились. Помощники нам нужны. Не, стоп. Нужно ближе. Ближе подносить. Да, вот где-то вот так? Так, да. Нравится. Отлично. Просто отлично. Я молодец. Мне так сказали. Ну, скажем, как-то так. Как-то так. Я надеюсь, это вам очень понравилось. Да, ну, как очень. У вас дела? Ну, вот мой шов. Сварочные работы закончены. Замечательно. Только никому это не показывайте. А мне нравится, это стильно. Пойдем тогда дальше. Покажу еще кое-что. Ага. Станислав, отвлекись. Здравствуйте. Познакомимся, Анна. Сегодня она будет в твоем подчинении. Станислав, наш мастер по моторам, он тебе расскажет, как собрать двигатель. Ух ты, здорово. Давайте попробуем. Ну, оставлю вас наедине. Так. Смотри, сейчас мы будем собирать поршневую группу так. На данном моторе. Для этого нам нужен шатун, поршень, набор колец, палец и два стопорных колечка. Шатун – деталь кривошипно-шатунного механизма, соединяющая поршень с коленчатым валом в двигателе автомобиля. Помни, от детали до медведя – один шаг. Есть. Что, прям туда руки суваешь? Ну, прям туда суешь руки и смазываешь. Достаточно грязная работа, но как раз для Анушек, которые любят разливать масло. В общем, работа по мне. А если пыль попадет в масло, что будет? Плохо. Будут задиры, будут царапаться поршня. Я сломала. Вот так вот. 16-клапанный оппозитный мотор от Alfa Romeo объемом 1,7 литров. Нет проблем. Очень многие люди, которые могут себе позволить дорогие машины, у них есть. У нас по городам ездит очень много, там, к примеру, Porsche Panamera. А таких машин нету. И люди ими интересуются, потому что они могут удивить кого-то, у кого есть тот, к примеру, Porsche. И на них будут смотреть и обращать внимание. Поэтому оно пользуется успехом, такие автомобили. Что это, теперь все отмылось? Мы долго запрягали, зато поедем быстро. С вами «Профиль меняла» Анна Гонтарева.